Всем привет, вы попали на канал Hard, на канал Hard Reset Info, и в этом видео я вам расскажу, как изменить мили на километры, то есть единицы измерения расстояния, можно сказать, да, на устройстве Garmin Drive Smart 55. Заходим в настройки, здесь ищем единицы и время, ищем раздел единицы измерения, нажимаем сюда и выбираем, например, нам удобнее в километрах, и нажимаем сохранить. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.